Волшебные герои Дед Мороз и Снегурочка спешат на детские праздники. Один из них прошел в школе «Надежда». Для маленьких подопечных учеников начальной школы устроили целое сказочное представление. Мы очень хотим, чтобы дети как можно дольше сохранили внутри вот это вот волшебство и веру в то, что жизнь прекрасна, она удивительна, и вокруг очень много добрых людей, которые подарят подарки, которые подарят праздник. Дети наши очень ждут. У нас в этом году очень много елок, но они такие маленькие. Снова по классам. А вот сейчас для начальной школы у нас такая достаточно объемная елка, которую мы смогли всех собрать, и они играли, веселились, им было очень здорово. Новогодние загадки, игры на смекалку и шуточные конкурсы. По глазам ребят видно, они действительно верят в чудо. Их улыбки и искренние эмоции заражают всех. Даже взрослые, специальные гости праздника не остались равнодушными. Праздник очень понравился. Мы очень довольны, значит, что на лицах наших детишек, этого прекрасного, замечательного дома «Надежды», значит, школы «Надежды», значит, дети тоже довольны, улыбаются, счастливо, активно участвуют. Большая благодарность руководству школы, что организовали такой праздник и пригласили нас поучаствовать в данном мероприятии. И, конечно, школьникам вручили сладкие подарки. Без внимания не оставили и старшеклассников. Дед Мороз и Снегурочка поздравили их в классах. А малыши еще долго будут вспоминать сказочных героев праздника и делиться впечатлениями. Понравилось тебе? Очень! Семену, моему другу, тоже очень сильно понравилось. Он мой лучший друг. С Новым годом! Полина Бахова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».